Всем привет, друзья! Привет-привет! Мы продолжаем распаковку потерянных посылок. Сегодня распаковки у нас по 3 доллара. Нам получилось ухватить сегодня большие коробки, поэтому предлагаю посмотреть, что же в этих коробках. Надеемся, что также будет что-то ценное, ценный улов. И не будем тогда тянуть резину. Начнем с самой первой коробки. Такая, что-то в ней есть, может быть. Ценное для нас, для дома. Так, ага. А тут? Пакеты. А подарочные. Тут? Вот так вот. Новогодние. Подарочные новогодние пакеты. Сколько их там? Ой, не знаю, что 50, наверное. А что-то написано? Ну, ничего не понятно. А, наверное, 24. И продукт Индонезия. Ничего себе. 24 подарочных пакетов. Да, на Новый год. То есть, ну, как бы... Пакет есть, да, да. Пакет есть пакетом, но близятся праздники, поэтому, чтобы не покупать в магазине задорого, вот так вот по 3 доллара всем хватит. Да. Упаковать и раздать. Поэтому предлагаю сразу же найти цену и посмотреть. Друзья, так как не сезон пока еще, сейчас время Хэллоуина, нашла приблизительно похожие картонные пакеты, бумажные пакеты новогодней тематики. На Амазоне 24 штуки. Приблизительно 26 долларов. Вот тебе, пожалуйста, 26 да. долларов. Такой пакетик в обычном магазине будет приблизительно 4-5 долларов стоить. Один, а да? мы целый пакет, да. целую Но коробку я не отхотели. Я думаю, может, разные. Нет, одинаковые, да? Да, все одинаковые. Ну, в общем, да, на подарки. Да. Классно. Ну, а если, да, если закончатся подарки, будем дарить чисто пакеты. Да? Как подарки. Подарок ложится, кладется в пакет. А мы положим пакет в пакет. Хорошо. Первая посылка. Отлично. Продолжаем. Берем побольше, что там у нас сегодня. Открываем. Так. Замедляемся в конце. Наращиваем интригу. Оп. Ух ты. Ух ты, что-то тканевое вижу, что-то тканевое, хорошо. Одеяло? Нет, это... Подушка. Подушка. Вот тебе на, вот тебе на. Наконец-то попалась декоративная... Да. А-ля диванная подушка. Декоративная подушка, ну, ух ты. Запакованное все. Горчичного цвета. Давай открывай. Сразу открываем? Да. Ой, друзья, так. Какая да. красота. Классно. А какая приятная на ощупь. Вязаная? Да, вязкость. В общем, я уже вижу, что это. Что это Opal House. Нам много попадалось в продукции да? этой фирмы. Opal House. Я уже не помню. Это с Таргета. А, Таргет? Компания, так, да. Так, может, тут и цена есть? Есть и цена. Да. Я даже специально не искала, так как это американская компания, все цены в американских долларах, вот, пожалуйста, 20, 20 долларов. На наши 26. Я уже посмотрела, это катоновый материал. Да? Боже, какой приятный. Так, а нам можно наволочки на них одевать? Ну, типа, а-ля новогодние. А можно стирать, там, я вот не посмотрела. Нет, зачем? У нас есть новогодние отдельно подушки. А-а-а. Стирать ее... А это чисто будет просто? Да, да. То есть, ага, я понял. Сейчас ага. осень, мы типа осеннюю тематику. Да, сейчас. Можно, да. То есть было бы цвете, хорошо, да. если бы нам еще парочку. Прислони к дивану нашему, например. Ну, вот. Да? Ой, классно, да-да-да. Угу, на да. осень подушка. Так ее стирать будем? Надо так еще? Она запакована, запечатана была. А, ну, хорошо, ладно. Все, еще нам надо пару подушек, то есть, в принципе, отлично. Ну, можно не в одном стиле. Ну, в осеннем стиле. То есть у да, нас уже думаю, есть да. летний стиль, этот зимний, новогодний и осенний. Да. Половин мы набираем. Так, продолжаем. Подушка классная. Я прям под впечатлением. И Opal House мне нравится. Да? Нам попадалось... Что нам попадалось? И посуда, и кашпо. Да, и горшки. Кашпо. Я прям балдею от этой компании. Так, хорошо. Следующий у нас будет такой а-ля пакет. И пакет в пакете. Ну, что тут? Ух ты. Ну, вот...
Вот. Декоративная тыква. Пошла тема. Класс. Тема. Да. Хэллоуина. Я представляю, что будет после того, как Хэллоуин закончится. Да, там, да, наверное, да. Весь магазин будет в этой продукции. Вау! На батарейках, да? Да. Да. И лампочка уже есть? Да, да, что-то есть. Нет, лампочки нет. Батарейки. Лампочка. А что будет светиться? А, там диодная, все. А-а-а. Хорошо, я тогда ставлю батарейки, угу. А ты ищи цены. Вообще, можете нас поздравить, да. Первая декорация к Хэллоуину. Ну, вот как она будет выглядеть. Интересно. Классно. Примечательно тем, что нам не надо будет тыквы больше покупать. То есть мы будем каждый год выставлять, ну, я имею в виду тыкву выставлять, вот как сейчас. То есть вообще-то нет. У нас 3 выставленных тыквы на крыльце. Это чисто декорация к осени, осенняя тематика. А это Хэллоуин. Просто вот эти тыквы можно будет потом вырезать на сам Хэллоуин. Да. Хорошо, вот. Ладно. Нет, не получится так, как ты думал. Да, классно. Маленькая, но симпатично. Такая же, как у нас, 17 сантиметров на Амазоне, 17 на 12. В доме, кстати. Ну, я в доме не сильно хочу. Ну, вот как она выглядит. Тут, типа, преувеличено, конечно, фотошоп. Чисто на крыльцо выставить. Такое, да. Точно такая же. Батарейки. Да, точно такая и же. И сколько цена? Она такой будет. Да, ладно. Да. $60 на вот это? Да. На вот но это? Она очень качественная, действительно. Она легкая, ну не сильно легкая, кстати. Но качественно сделана. Но там светодиодная, может из-за этого, я не знаю. Но, Я рада. Если жена рада, значит все хорошо. Это точно, я вообще в шоке. Ладно. Ну, такой мы точно не купили бы, Антон. Пока. За такие деньги точно не купили бы, но ладно. Я представляю, какая большая. Продолжаем, цена. Что у нас тут. Что у нас тут дальше. Коробочка средняя. Да. Тяжелая? Ну, какая там, в принципе, плотненькая. И... Что? Пока я ничего не поняла. Какой-то контейнер. Да, контейнер. И это фирма. Этой же фирмы. И нам попадался чайник. Попадался кофейный. Это кофейник, да. Кофейник. Да. Правильно так, наверное. Кофейник и контейнер маленький. Ну, хорошо, классно. Да, я предлагаю... А к чему контейнер? Кофе? Кофе. Но это, скорее всего, уже хранить кофе. Написано металлический, да? Металлический кофе. И даже еще ложечка есть. Да, мерная. Так, смотрим. Все. Это фирма дорогая, мы уже вам скажем. Да. Ну, если кто смотрел нашу прошлую распаковку, что нам чайник попал, смотри, даже ложечка. Да, такая хорошая. Ну, я за что и говорю. Значит, да, походу, эта фирма очень хорошая. Так. Качественные товары. И можно покупать. Смотри, какой. Смотри, как все. Ничего себе. Классно. Да, контейнер конкретный. Закрывает а упаковку. Вот это что вообще? Это, скорее всего... Я даже воздух не знаю. Воздух, может, как-то пропускается там. Я вот сейчас мы давай посмотрим. Поищи, там поищем, да. Может, ты пока написано. Посмотришь цену, поищешь. Классно, мы тут да. разберемся, что происходит. Да. В общем, это очень популярная фирма. Действительно, очень качественно сделаны товары. На Амазоне такая баночка. Угу. Бывает и такого цвета. То есть сохраняет... кофе более свежий надолго. То есть, и тут даже вот этот циферблат сверху, это ты выставляешь дату. Ну, я не знаю, будем ли мы этой датой пользоваться, как бы, и все такое. Но то, что он качественный, бывает, скорее всего, у нас большой. Вот. Ну, а да. Я еще говорил в прошлом видео, если бы нам чайничек попался, было бы, а тут попался контейнер. Походу, завоз был, да. Мне кажется, в этой вот. Тематике. От этого производителя, да? То есть наш цвет silver, да, и цена, вот, вот пожалуйста, $47. Вот $47. $47. Очень дорого. Но. Дорого!
При том, что напомним, что нам попалось в прошлый раз. Вот такой кофейник с этим. Кофейник стоил $75. Я уже не помню, но дорого, да. Да. И в подарок шла баночка. И в подарок баночка. Контейнер. Кофейник, правда, оранжевого цвета, но нам контейнер тоже подойдет. То есть у нас теперь уже такой будет набор. Да. Как минимум. А вот смотри, еще есть и маленькая баночка $40. Ну. А средняя? Да, средняя? У нас точно не это большая. Да, у нас большая. Да. Разных матовые цветов. Матовые, ух ты, даже типа флаг. Да. Ну что ж. Классно, отлично, что да. Можно сказать. Ну какая-то мелочевка, да? Ну, а так коробку, я же говорю, смотришь. Ну... Маленькая, да. Нам всю коллекцию нашу кофейную сразу надо будет намолоть. Полный кофе. Пакет. Кофе да. Мы любим. Не, подожди, туда молотый или свежий? Я не знаю. Ладно, придумаем, посмотрим. Пишите, что да. В такие контейнеры лучше молотый или зерно. Ложить. Так, а мы продолжаем. Ну, будем идти так по порядку более-менее. Следующая наша коробка. Так, что у нас здесь? Немножко такая потрепанная. Интересно уже, интересно. Ну, тяжело. Так, и... Так, еще какие-то контейнеры, чашки. Похоже как... Так, две штуки. Да. Похоже как для блендера или что-то такое. Да, смотри. Из чего ты взял что-то для блендера? Ну, у нас, я вижу, что это пить. У нас просто есть и блендер, и к нему вот такой вот какие-то идут приблизительно. Приблизительно такой дизайн. Такой же самый, посмотри, да. Второй. Вроде не побито, целый. Интересно. Как бы пить не знаю, хотя ну, вроде крышка не сделано. Говорит об этом. Да. И ручка говорит об этом. Ладно, давайте мы давай, поищем да. Цену. Посмотрим цену, что у нас там. И посмотрим, что это вообще. В общем, друзья, точно такой наборчик я не нашла. Но нашла с такими крышками, вот. Да. Только без ручек. И вроде как шейп, размер тоже, да? форма та же. Смотрите. Да. Угу. Ну, видишь, что написано? Вот Nutribullet, Fliptop, Lead, Replacement. Короче, какие-то заменяют что-то, Replacement. А, ну все, вот видишь. Смузи. Для шейков. То есть, как я говорил, для блендера. То есть, две чашки. Скорее всего, ты блендишь тут и сразу, в принципе, с этой чашкой, я думаю, можно ее да? употреблять. А наш подойдет? Блендер? Ну, насадка или что там надо? Да, я надеюсь. Так. В дорогу. Вот, знаешь, да? Вот быстро там раз и взял. Молочный пошел, коктейль мы часто делаем. Чтобы не перето, не переливать, да. Ну или там спортзал может такой таскать. Вообще-то у тебя, похоже, и стаканчик есть с такой крышкой для питья. Ну, возможно. И ты используешь ее для спортзала. Да. Смотримся. Ого, $31. Вот вам, пожалуйста. Ну, потому что два. $31. Да. Ну, в хозяйстве, вы знаете, все пригодится. Тем более, все, что связано с посудой, с кухонной кружками. Утварью. Так, да. Хорошо. Пока ой. Идем хорошо, по $3, да. Так уже что-то... По-серьезному. С такими коробками берем побольше. Так. Открываем. В конце замедляемся подушка. Для интриги. Оп. Ух ты! Так, это что-то. Так, это что-то уже для дивана. Это что-то для дивана, интересно. Кавер. Чехол. Слипка, да, чехол. Слип-кавер. Как это понятно? Слип-кавер? Ну, наверное, надел чехол и спишься. Чтоб не на холодном кожаном диване, да. Как у нас. Так, ага, да, это чехол. Да, это все такое. На этот диван мы не планируем это, типа, никакой чехол. Или что еще? А, это сверху вот, можно. Доставай, да. А вот у нас в бейсменте есть диванчик. Да. Вот в бейсменте у нас прохладно. И как бы чехол там бы, да, не так. Помешал. Ага. Вот эти подушки для вот, для вот ручек. Этих штучек. А, для самих подушек. Да. У нас подушек нет, у нас... Нет, это на чем сидишь. Да, но они же у нас несъемные. Да.
У нас рекланер, у нас раскладывается под диван. Ну, в общем, должно подойти, если мы наденем. Такой симпатичный серый. Да, сразу его постираем. С резинками. У нас не было никогда. Да, премиум фабрик. Вот так вот. Ну, это синтетика, я чувствую. Что это тут написано? Ну, 85% полиэстер, да. Хорошо, то есть, смотрим цену. Да, хорошо, смотрим цену. На Амазоне точно такой бренд, цвет, все. У нас, такой диванчик небольшой. Ну, у нас двухместные, поэтому как они здесь называются? Lava Seat. Вот, и как раз, да. Надеюсь, можно подойдет, стирать, подойдет все, на, и на наш. Думаю, может, будет небольшой. Попробуем, в общем, пока... Да, главное, что в бейсменте зимой будет прохладно, и для этой цели, как бы, мы и хотели... Потому что он кожаный, он такой холодный. Да. А так как мы планируем больше времени, скорее всего, на зиму там проводить, ну, посмотрим. Смотрим цену. И цена на серый цвет. Love Seat, да. Это то, что у нас. $55. Вот. Ничего себе. $55. Угу. Ну, конечно, не сильно уверен, подойдет, не подойдет, но мы попытаемся. Да. Посмотрим, можно. Да. Блин, да, классно. Классно. Дорого. Вот именно. Ой, друзья, мы умеем радоваться таким подарком. Да. Отлично, пока идем. Угу. Так, хорошо. Открываем следующую. Тут даже с маркировкой нам такие уже. Да. Mason Drinking Jar. Да, нам уже попадались. Да. Хорошее качественное стекло, баночки. Угу. И вот, да. Баночки. Только другие мы уже видим. Совершенно другие. Другая, да, форма. Я имею в виду рисунок на стекле, тут стекло, в принципе. Ну и крышечки другие. Смотри. Да, у нас бамбуковые крышечки были, а здесь металлические. Девчачи. Ну, красивые, смотри. Трубочки. Не так, ну ладно. Да. Ульяна, скорее всего, будет. Да. Наша такая старшая. Такая силиконовая трубочка. Да, наша старшая будет, скорее всего. Два в наборе. Да, немножко другой набор. И трубочки. Там были железные, тут пластик. Ну, надеюсь, будет интересно, что там девочка. Хорошо, предлагаю тогда найти на них цену тоже, может быть, есть. Точно такой набор я не нашла, может, это какая-то старая коллекция, то ли я неправильно где-то искала. Приблизительно, это тоже та же самая фирма, Mason Jar. Трубочки похожие, голубые, ну, в общем, похожий стиль, мне кажется. Да, трубочки такие же. Похожий стиль, вот, да? Да, вот как она выглядит. И крышка такая металлическая, без надписей на самой баночке. Чистая баночка, да? Да. Прозрачная. Вот. Угу. У нас, кстати, силиконовая штучка. Угу, да. Лучше. Так, да, такие баночки дорогие, это дорогой бренд, за две штуки $35.20, а нам попадалось две штуки за $40. Да. Ну там щеточка шла в наличии, чистить баночку и трубочку. Ну, я думаю, эту щеточку и сюда к этим трубочкам примерим. Естественно, тоже. Да. Отлично. Посуде мы рады, любой трубом. Да. Хорошо. Мы вот с Антоном обсуждали недавно, что наш дом наполняется. Угу. Причем так конкретно наполняется. Мы там по чуть-чуть дораскидываем, там что-то устанавливаем, там устанавливаем. Да. Ульяне уже повесили все декорации некоторые. Классно. На улицу. Коробочка. Да, следующую коробку открываем. И что-то пластмассовое, да? Что-то пластиковое, пластмассовое, то ли силиконовое. Так, какая-то тоже коробочка. Контейнер, да. Коробочка похожа как... Так, что-то тут еще нажимается. Я не знаю, дозатор какой-то. Хорошо, я как бы не уверен, я вообще не понял. Я в фрустрации, что это? Там на коробке что-то написано. Написано мыльный диспенсер. Ну, таких мыльных диспенсеров я еще не видел. Я не видела. Поэтому, остается только найти цену и посмотреть применение. Значит, друзья, на американском Амазоне точно такая коробочка. Угу, на американском? Да. Хорошо. Смотрим цену. Да. $10. $10. На нашей это, сколько? 13-14. Где-то так. Точно такая. Так, а в чем смысл этой коробочки? Есть тут что-то такое?
Ага. Ага. Сюда как-то заливается, я так понял, мыло как-то. Как-то оно должно открываться. Может... Ага, вот ты молодец. Я тут такой. Так, как-то... Ага, вот так. Мы открутили, залили, поставили. То есть удобно, мочалка будет там постоянно лежать. Да. И просто нажал, и все, и даже бутылочки не нужно нам больше. То есть мы от бутылочки плавно переходим уже к таким вот штучкам. Да, потому что мне не сильно нравится, когда неэстетичная бутылка. Да, то есть планируется вот этот дозатор вырезать и в умывальнике поставить. У нас он попался в распаковок тоже. И вот эта штучка тоже, все. Да. И все бутылки уберутся, и как бы будет компактно, красиво, я надеюсь. Вот вам. Да, симпатичная. $13 или 14 сейчас доллар уже. У нас сегодня такая тема посуды. Да, вообще, не то, что тема посуды, у нас сегодня вообще разнообразно как-то попалось. И новогодний, и Хэллоуин, и декорации, и кухня. Да. Ну что ж, открываем. Ой, как жалко, две последние. Так, здесь маркировка, здесь написано подставка под лэптоп, ну или как он там, ноутбук. Что классное, она тяжелая. Мы сразу ее взяли, потому что она тяжелая. Да. Если тяжелая, значит по-любому там будет цена хорошая. Да. Значит, и качественная. Смотрим. Нам прошло, нам уже попадалась подставка, но она такая вот была. Клипенькая, мы ее еле используем, она. Немножко. Ну, такая. Ну, мне лично нравится. Смотри, тут еще какая-то штучка. Что-то интересное. Хорошо, две подставки какие-то. Может, это деталь сюда? Ага. Нескользящая деталь. Да. Так, ладно, давайте достанем. Посмотрим. Ну, металл. Причем очень хороший металл. Да. Увесистый. И, что примечательно, он еще такой... Да. В общем, не дает перегреваться ноутбуку. Ну и перегреваться, очень, допустим... Хорошо. Да. Ой, классно! Вот это да! Вот и все нескользящее, смотри, резиночками. Да. В отличие от прошлого, у нас две палочки стояло, которые постоянно как-то падают. Хорошо, давай найдем... А это что? Ну вот, давай посмотрим, что это деталь. Найдем и посмотрим и цену, и что же у нас тут такое. Точно такая же. Да, на Амазоне мы искали. Похожие, они дорогие, да. Но такого, точно такого мы не нашли. Потом нашли на другом сайте. Это... Точно такая. Смотри подставку. Подставочка, походу, для телефона. Да. Хорошо. Да. Смотрим цену. Это тоже, это действительно дорогая вещь. $80. А это американский? Может быть, даже да. Я не думаю, что... Да, американских 80. Блин, на наши что это получается? $100? Да не 100, может где-то 85, не? Да нет, доллар 1:3 у нас. 30, да? Ну, уже 30%. Не 1:3, а 0,3. Да. То есть, да, вот как выглядит, да, чтобы не перегревался, телефон рядом... можно поднимать повыше, если стул повыше, или как-то... Регулировать. Да, тут где-то была показана картинка. Ну, в общем. Ладно, короче, классная штука. А мы часто, кстати, в зале мы смотрим телевизор, да. А часто в комнате, в постели, да, мы смотрим ноутбук. С ноутбука, ну, хорошо, $80. Ладно. Да-да-да. Я примерно... Я приму такие... Подарки. Да, я такие подарки люблю. Ну, ну хорошо. Последняя коробка. Жалко. Такая большая, но как-то легкая. Подарки все любят открывать. Ну. Большая, но легкая, ты знаешь. Ну что, нам приготовил такой сюрприз. Так, опять тыквы? Да, декоративные... Что, а смотри, как упаковка. Осенняя тематика, либо же Хэллоуин, пока она перевернет. Ну. К такому воздушной прослойке нам уже что-то приходило. Да, смотри, тыковки.
Ой, это декорация. Да. Немножко тронутые, немножко мятые. Да. Там уже такой дизайн. Ой, а смотри, какие красивые, правдоподобные. Да. Правдоподобно смотрится, разных размеров. Ну, так вот теперь вопросы. Может, мы передумаем покупать живые тыквы? Ну, это уже в доме, наверное, скорее всего. Живые тыквы, а... Ой, большая. Да, а будем выставлять такой вот набор и все. Ой, такая хорошая, качественная. Как настоящая. Да, смотрите. Точно. Вау. Такой наборчик симпатичный. Набор, да, интересно. Вот это в доме, мне нравится. А где мы поставим? Ну, осенью. Да даже вот так вот. На столе типа? Да. О, точно, на нашем даже столе. Даже на этом. Подсвечники уберем. Столе. Зачем они там стоят? У нас будут тыквы теперь. Ну, осенью почему нет? Ну. Хорошо, такая предлагаю. Осенняя тематика, настроение. Красиво сделано, смотрите, правдоподобно. Предлагаю. Ну, вырезать мы их точно не будем. Не-не-не-не. Поэтому предлагаю, да, посмотреть цену. Да. Может, найдем что-то. Точно такой наборчик на Амазоне. Ну, прям, посмотрите, ну красиво же, красиво. Семь штучек. Да, реально, смотри, точно такой же. Три маленькие, да. Три средние, одна большая. Да. Ну, есть даже в белом цвете, да? Белые тыквы мы никогда не видели, я но не как-то видела. Вот мы последнее время, я еще Лене говорил, мы проходим все время, гуляем, смотрим, люди уже выставляют, да, разноцветные тыквы, не только оранжевые. И как-то мы задумывались, а тут нам такое... Такой сюрприз. Ну. Так, не сильно дорого. Да, $20. Такой мы бы купили, наверное, да. 19. Да, 19. $19. Хорошо. Симпатичный декор. Да. Я рада. Сегодня у нас, да, симпатичный улов такой декоративный. Поэтому предлагаю, мы сейчас подобьем цену и обязательно вам скажем, насколько у нас сегодня была выгода. Подобьем итоги. Тыковки очень классные, мне понравились. Буду использовать под декор. Осенняя тематика. Понравилась подушка. Тоже классно впишется. Интерьер? Да. Арктичный цвет для разнообразия. Новогодние пакеты тоже нам пригодятся. Тем более мы всегда обмениваемся подарками на Новый год. У нас есть здесь родственники. У нас есть родственники, в общем, крестники. Очень подставка. Хорошая, добротная подставка для ноутбука. Декор для Хэллоуина. Выставим на крыльцо, получится снять, покажем. Вот это мы не уверены, но мы попробуем, да? Можно, да, можно нам приспособить, да, как-то или нет. Так, обязательно будем использовать вот этот, да, контейнер для кофе. Баночки классные для питья. Ну, вот это тоже под знаком вопроса. И для мочалок тоже будем использовать. Отлично, отлично. Да, разнообразный, да, такой у нас осенняя распаковка сегодня. Значит, мы подбили итоги. $412. Это у нас самая большая пока выгода из всех прошлых, да, видео. 10 коробочек, напоминаем. $30 мы затратили, вообще отличнейший результат. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем огромное спасибо. Всем пока. Всем пока-пока.